Силовики до сих пор отказываются раскрывать какие-либо детали расследования или предоставить журналистам видео с регистратора маршрутки. Напомню, Катя Тахтуева в январе погибла под колесами пассажирской газели «Черногорск-Абакан» на пешеходном светофоре у Абаканского дворца молодежи. По словам очевидцев, маршрутка превысила скорость и вылетела на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Девочка скончалась на месте, а в крови водителя экспертиза обнаружила следы наркотика. Уже третий месяц Виталий Цыпков находится в СИЗО. Ему грозит до 7 лет колонии.